Грязь. Ну, ты посмотри. О, как? Нормально так. Как это так? А как тут играть, я не понимаю это тогда. Ух ты, я нашел. Что ты там сломал? Я крышу отломал как-то. Нахрен ты крышу отломал? А где ты ее отломал? А можно пройти? Это вентиляция? Нету, же? Нету, нет. Тут вот есть, короче, штука какая-то. Тут надо нажать. Ух ты, я дверь открыл, смотри. Гравитация? Нет. Нет. Смотри, я дверь открыл, иди сюда, иди ты сюда. Ты сдурел? Иди сюда. Ёпта, это же космос. Туда выйти нельзя. Работает, нет. Туда выйти нельзя. Обидно. Так давай туда все выкинем, ёпта. А можно? До свидания, блин. Можно. Да я не знаю. О, нет, нельзя. Ты упал вместе с ней. Короче, сюда в этот ящик я уз... Где ящик? Нет, туда надо деньги складывать. Вот а где бокс. Ящик? А где ящик? Да сверху синенький вылетел. Не, этот ящик, куда надо все складывать, где он? Тебе нужен был бомбокс? Да. Вот он. Бомбокс, постой тут. О, музончик, слышишь какой? Слышу. О, все упало. Все туда. Все туда. Нашу любимую включить? Давай. Короче, перетаскивай все туда, смотри, чтобы бумбокс не улетел. Бумбокс нам нужен еще. А что будет, если бумбокс улетит в космос? Давай лучше в конце, а то без него в прошлый раз скучно было. Че? Свалили в офис. За что? Компания ликвидирована. И достижение открыто. Достижение открыто? Да. Open! Сколько, сколько там? 6, 4, 8, 9. Откройте? Открыли, да? Где? Лок. Краты! Чё это там такое? Что это там такое? Не входи сюда, здесь моё. Закрыть дверь, закрыть дверь. Я не пробрался там. Потом посмотрим. Я пока вижу только куски мяса. О, я смотри, я нашел. Туалет нашел. Да. Не неси это сюда, фа! 9, 2, 6, 0, 6. Да! Да! Все открыли. Че там? Тут какой-то работник, смотри, был. Мне кажется, это один из наших партнеров. Нет, слушай, там просто дыра. Да куда ведро-то делось-то? Ты, кстати, у тебя рука в ведре застрял. Что с ведром? Ты вместе с ведром свалился в эту яму. Всем привет! С вами были Александр и Владимир и игра Viscera Cleanup Detail. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Ладно, ребят, спасибо, что смотрели. Давайте, всем пока!